Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике расскажу вам, как сделать обводку, только обводку, прозрачный текст и только обводка. Вот, ну, перед началом видеоролика не забудьте поставить лайк этому видосу и подписаться на мой канал, мне будет очень приятно, но мы начинаем сам видеоролик. Итак, что для этого нужно? Для этого мы сначала напишем вообще сам текст. Текст мы можем написать абсолютно рандомный, дело вообще ваше, какой шрифт, какой размер, что вы вообще напишите, то есть это без разницы. Я вам сейчас покажу сам эффект, как это все будет выглядеть. Опять же, это крайне просто, ничего сложного в этом не будет. Вот видеоролик, кстати, достаточно маленький получится по времени, то есть досмотрите его до конца. Итак, пишем, давайте напишем абсолютно что-нибудь рандомное. Допустим, я напишу слово best. Вот. Изменю шрифт на более толстенький такой. C++ bold. Ital можно взять, тоже достаточно неплохой. Давайте-ка его и возьмем. Все, нажимаем на галочку. И нам необходимо сейчас перейти. Можно так-то в слои, можно подредактировать интервал. Ну, в принципе, без разницы. То есть для наилучшего эффекта. Ну, оставлю в ноль. Впрочем-то, вам это не нужно. Дальше переходим. Добавить обводку. Выполнить обводку. Давайте выберем цвет обводки. Я выберу какой-нибудь фиолетовый. То есть, вот, дальше сделаем снаружи. Размер 10-11 пикселей. Можете делать поменьше. Вот, и как это сделать? Просто уменьшаем долевку до 0%. Это и есть весь эффект. Если вы уменьшите непрозрачность, у вас сразу все исчезнет. Чем отличается заливка от непрозрачности, я уже рассказывал во многих видеороликах. Но еще раз вам об этом скажу. Непрозрачность уменьшает, делает, точнее, прозрачнее прямо вот и текст, и наложение все. А заливка только текст. Параметры наложения сохраняются. Вот как это работает. Но опять же, если вдруг чего-то не поняли, пишите в комментариях. Но если вам понравился видеоролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. Ну а на этом все. С вами был ProGamer. Всем пока.